Вот примерно так это все катилось и докатилось к 28 июля 1914 года. Немцы чуть-чуть буквально успели с открытием Кильского канала. Была регата шикарная в честь кайзера, организована, куда, естественно, прибыли военно-морские делегации. Англичане, ближайшие друзья, приехали туда, к немцам. И вот, когда закончилась регата, англичане уезжали домой, а там шикарное соревнование, там можно, кстати говоря, даже видеозаписи посмотреть, на Ютубе есть, там и грибные, и парусные, там развлекались как могли, спортсмены, можно сказать. Естественно, в промежутках между соревнованиями все выпивали и закусывали, страшно дружили, и они, да, они были уверены, что это синее небо над головой никогда не померкнет и не подернется тучами, хотя все уже висело буквально на волоске, но нужно видеть, какие транспаранты повесили немцы, когда англичане покидали Кильскую бухту. «Друзья» навсегда было написано. Вот. И... Fuck you, fucking fuck не было. Нет, там было написано буквально «Друзья навсегда». И английские корабли тоже можно видеть, они флажным телеграфом им отвечают «отныне и навсегда». Oh, yeah. Вот. Ну и там буквально вот там две недели, и все началось буквально вот так вот. А что же в это время делало-то? Восточно-азиатская крейсерская эскадра в Циндао. Максимилиан фон Шпее, вице-адмирал, в это время находился в рейде по островным базам Германии. То есть он их объезжал, проверял, ну, обкатывал корабли, как положено, чтобы они в базе не тухли. Угу. В эскадру входили, как я уже говорил, Шарнхорст, Флагман и Гнейзенау, легкие крейсера Эмден, Нюрнберг и Лейпциг. Как у нас принято говорить. Да. Не Лейпциг какой-то, а Лейпциг. Я там был. А я нет. Будучи десятиклассником, я пьянствовал там с немецкими ветеранами. Ничего себе. Любой советский десятиклассник мог перебить меня. Трёх немецких ветеранов. У них такое изумление. Узнали наши способности жрать водку. И вот около Панапи, это Каролинские острова, эскадру настигла радиограмма, что началась война. И Максимилиан фон Шпее, естественно, вместе со всем военным советом отлично понял, что возвращаться в Циндао нельзя, потому что там Япония. Япония – это что? Это метрополия, которая имеет под рукой весь свой военно-морской флот, поэтому эти крейсера, если они только выползут в море с целью пободаться на пушках, их там всех и утопят немедленно. Тем более, что японцы только что вот за 9 лет до этого наглядно продемонстрировали, как они это умеют делать. Неплохо получилось. Да, отлично получается. Тем более, с тех пор у них еще всякие новинки появились, типа броненосных крейсеров «Цукуба» с 305-мм пушками. Поэтому было принято решение уходить. По возможности, естественно, хулиганив, потому что, естественно, англичане имели серьезный интерес в Тихом океане, то есть нужно было уходить и перехватывать по дороге все, что можно перехватить, если, конечно, получится. Но мудрый капитан Цурзе Карл фон Мюллер, командир крейсера «Эмден». Я смотрю, там сплошные фоны были, да? О, блин, попасть хотя бы в капитаны, не будучи дворянином, в германском Кайзерлихфлот, это было очень тяжело. То есть нужно было быть просто выдающимся специалистом. Потому что флот – это суперэлитная служба, куда, естественно, отдавали людей, которые просто имели деньги, чтобы позволить себе, там, сколько лет, начиная с кадетов, проучиться до капитана хотя бы. Поэтому там, естественно, все была белая кость. Это суперэлитная служба. Так-так, и что он? Так вот, Карл фон Мюллер сказал, что на военном совете, что если вы будете ехать в сторону Атлантического океана и кого-то грабить, то про вас настучат немедленно. И если они узнают просто, где вы находитесь, учитывая, сколько вас, вам конец. Плывите в Тихий океан. Нет, им нужно было именно в Тихий океан. В Тихий океан, в сторону Атлантики уходить. Да. Это, считай, они от Китая должны были проплыть весь Тихий океан, да, обогнуть, да, Южную Америку или пройти через Панамский канал, угу, и оказаться в Атлантике. И там через всю Атлантику доехать, да, до Гельголандской бухты, до главной базы флота Германии. А у них такой запас хода был? Или они, естественно, бункеровались по дороге, потому что там же куча нейтральных стран, как минимум. Да.
То есть вот, где за деньги могут. Конечно. А это же по закону, по военному закону, они сутки могли спокойно находиться в любом нейтральном порту, пополнять провиант, уголь, все, что хочешь. А там что? Аргентина, Чили, пожалуйста, они все. Вкусное мясо, да, хороший уголь. Да. Девички. Девички, да. Да. Ну, кроме того, все-таки, если ты захватишь по дороге вдруг какой-нибудь угольщик, тоже неплохо. Тоже неплохо. Если уж очень надо, в самом деле. Кстати говоря, они так и сделали в конце концов. Так вот, Карл фон Мюллер предложил идти им, сохраняя максимальную скрытность, а он сам один на Эмдоне пойдет в Индийский океан. Таким образом, демонстрируя, что эскадра ушла в другую сторону. И вот он-то как раз займется именно рейдерством. Чтобы отвлечь на себя, ну, во-первых, чтобы понятно, что долго обманывать не получится, но хотя бы пару недель выгадать. Что не будут знать, куда они ушли, в конце концов, да. Основные силы. А во-вторых, если он будет успешно рейдерствовать, на него неизбежно будут отвлекаться вражеские крейсера. То есть он будет перехватывать на себя внимание. Ну а Эмден – легкий крейсер, он довольно быстрый. И так как он будет один, его поймать будет тяжело. И вот рейдерство Эмдена – это настоящая легенда, потому что пока он рейдерствовал, он умудрился утопить 23 судна торговых, французский эсминец и русский крейсер «Жемчуг». Молодец. В артиллерийском бою. Причем крейсер «Жемчуг» они утопили вот вообще шикарно, потому что они поставили фальшивую дымовую трубу. Таким образом, стали похожи на француза. Титаник, да. Стали, ну, для Титаника он в два раза не затягивал по размерам, но тем не менее, ночью вошли в бухту. Никто им ничего не сказал ни слова, что увидели свои же. Да. После чего они подъехали с кормы к крейсеру «Жемчуг» и просто его разнесли в дребезги артиллерийским огнем. Потом обстреляли бухту. Вот это да. Вот, и уплыли по дороге, еще дополнительно утопив французский эсминец. Как говорит Дементий, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. I'm going home. Вот. Но в конце концов Эмден был отловлен австралийским крейсером «Сидней» и в бою погиб. Он выбросился на мель. При этом они же не просто так погибли, они же там находились около острова, не просто так они собирались его захватить. Туда был высажен десант, 50 человек, во главе с, если не ошибаюсь, старшим помощником Хельмутом фон Мюкке, который эти 50 человек в итоге, захватив старую парусную шхуну, прошел 11 тысяч миль, дошел до побережья Турции, дальше пешком они переправились буквально через всю Европу, через Голландию и оказались в Германии с развернутым флагом Эмдена. Вот это да. Вот, и был отдан рапорт, что выживший экипаж Эмдена прибыл в ваше распоряжение. Нет ли у них книжки по типу, не нашелся ли у них свой ксенофонт с таким анабазисом? Вот.